Всем привет, дамы и господа и подписчики моего канала Отличник Лайф. И сегодня в данном видеоролике я бы хотел снять, как ни странно, ролик про Хэллоуин на проекте Amazing Corporation, где я играю на постоянной основе. Не забывайте вводить мой промокод при регистрации на сервере Azur Limonti, который у вас сейчас на экране. Он даст вам на 5 уровне 100 тысяч рублей, а при достижении 10 200 тысяч рублей. Всем я желаю приятного просмотра и заранее хочу сообщить вам о том, что это был самый сложный квест в моей жизни. Само собой, все начинается с описания квеста. Вы вводите команду, у вас высвечивается необходимая информация для того, как его можно правильно и грамотно пройти, вас знакомят с квестовой линией, с какими-то непонятными персонажами, которые опять-таки непонятно где находятся, но их можно найти по GPS. Таким персонажем первым был Олег, который по квестовой линии является продавец хот-догов. Мы читаем необходимую информацию о том, как его найти, и, соответственно, также в Хэллоуине, то есть прилагаются различные мероприятия, которые называются там Хэллоуиновская западня и так далее. Вот уже когда я прибыл в тематический парк города Арзамас, я встретился как раз таки с этой Хэллоуинской западней, но там играли люди, я пошел сразу к ларьку с хот-догами. И сейчас просто начинается нудиловка, диалоги, которые я всегда пролистываю, то есть именно такая, знаете, отыгровка, чисто Квентин Тарантино на минималках. Вот они чисто общаются, Олег рассказывает о том, что ему нужны сосиски для хот-дога, потому что он их не может делать, надо забрать нам грузовик какой-то, потом, соответственно, привезти его сюда, при этом загрузив его в Лыткарино. Короче, я еду забирать грузовик, и дальше уже, исходя из квестовой линии, добравшись до распределительного центра, мне выдают грузовик, который я должен отвезти в Лыткарино, чтобы его там загрузить сосисками, и, соответственно, там все и начинается. Естественно, все эти нудные, монотонные движения на грузовике я пролистываю под кайфовую классическую музыку. Доехав до пункта назначения, нас встречает какое-то непонятное кирпичное здание с дыркой в стене. Мы сдаем наш грузовик, затем надо запрыгнуть в эту дырку, выбрать один из холодильников, и нас будет ждать то, чего в принципе и все мы ждали. Мы превращаемся в какого-то оборотня. И вся суть квеста заключается в том, что мы должны на протяжении всего этого времени что-то найти, отыскать и приехать к какому-то доктору, который, соответственно, найдет способ лекарства, способ противоядия, чтобы вылечить вас и превратить вас в нормальный облик. И сейчас начинается самая главная тягомотина, которую я не люблю. Мы находим, значит, номер телефона на стене, по нему звоним, это оказывается ФСБ. Но связь, к сожалению, не установлена, потому что нет какого-то ящика, точнее, мы его не нашли. А этот ящик находится на одном из мостов. А мостов, как вы знаете, в криминальной России дофига. Вот мы смотрим, на стене висит какой-то мост. Я сразу догадался и подумал, то, что это южный. Но на южном мосту, к сожалению, ничего не было. И нам предлагают вообще, по сути, по квестовой линии три моста. Это первый в Южке, второй на Южной Рублевке и третий, который соединяет, по сути, какую-то часть южного с, соответственно, той территорией, которая находится возле Ашана и Рублевки. Я побегал по Южному мосту, там ничего не нашел, на Южную Рублевку я не поехал и сразу нашел людей, которые поехали целой толпой на вот этот железнодорожный мост. Естественно, на железнодорожном мосту встречаются люди, которые бегут с ними, я немножечко пофайтился, но суть одна и та же. На этом мосту действительно находился тот самый хэллоуиновский ящик, который позволил мне позвонить опять-таки обратно в ФСБ, и только потом мне уже дали наводку на того самого доктора Лукина, который знает, как приготовить противоядие от того,
того, значит, облика, который у меня сейчас надет, то есть, чтобы превратиться обратно в нормального человека. И тут начинается самый трэш. Он находится на гоночном треке, найти его, в принципе, не так уж и сложно, если вы смотрели какие-то фильмы, где также подозрительные, непонятные люди находятся на вот этих стадионах, сидят на трибунах фанатов и болельщиков. Мы его находим, он чисто такой рассказывает, почему так и так далее. То, что мы участники какого-либо эксперимента, это, естественно, всем интересно абсолютно. Опять-таки, те самые тарантиновские диалоги, о которых я говорю. И при этом вам сразу же выпадает новая квестовая линия. Вы должны собрать в лесу пухоцвет, бруснику и крыжовник, а также не забыть про гриб. Естественно, это у каждого индивидуально, кому-то больше везло с растениями, кому-то меньше, но сейчас вы увидите по таймингам, точнее по времени, как я собирал эти грибы. 15-17 я собрал, значит, одно растение, уже через 2 часа я собрал второе растение, и через 3 часа, то есть это уже 18.03, я закончил этот квест, из меня выстрелили вон с РПГ. Естественно, все это я сдал, приехал к доктору Лукину, и он мне дает новое задание. Я это даже назвал «проклятые минералы» у себя на монтаже, потому что минералы я искал 2 суток. И что самое важное, эти минералы спавнятся раз в payday. То есть, если вы нашли там, например, 3 или 4 минерала, вам повезло. Но найти, например, огненный цитрин или же вот этот кристалл жизни, 15 штук, вам понадобится реально пол жизни, чтобы найти этот кристалл жизни, как ни странно. Вот, и я это искал, плавал, это находится на озере Батырево, там вот недалеко от этого места. Но, к сожалению, у меня не сохранились фрапсы, касаемо того, как я это все собирал. Здорово, попуск. Кого? Все ингредиенты для рецепта собраны. Наш рецепт не сработает без катализатора чумного стебнита. Да ну, я надеюсь, что кроме этого нам уже ничего не понадобится. Вроде нет. Вы и в прошлый раз так же говорили. Если бы я сказал, что тебе еще нужно будет что-то найти, то действовал бы не так эффективно. Тоже верно. Ладно, ближе к делу. Где найти этот стебнит? Как ехать в сторону этого? Есть свалка с техникой. Товарищ. Да? Нужен ваш совет. Что будем делать? Стелс-вариант поиска чемодана? Или напролом всех зафигачим? Я пошел кушать, пацаны. Спасибо, Лёва. Давай напролом всех зафигачишь. Или ты о чем вообще? Конечно. Тут вот чё я вот. Может, я перефигачил типов. Я вот их убил всех на свалке. И чё толку? А где я? Я как должен быть? Я вот летаю уже просто по свалке, я ищу. Как он должен выглядеть, я не знаю. Это же жесть. Зачем так сделали? Вот это что? Ковш. А что в ковше? Вот чел лежит, балдеет, ты чё? Чё мне с ним делать-то? И естественно, само собой, какой вывод можно сделать, исходя из этого квеста? Я его не допрошел до конца, потому что не нашел чемодан. Попытки мои были тщетны. День за днем я заходил, переубивал этих типов и так и не мог найти тот самый чемодан. Я смотрел также ролики у многих ютуберов по амазингу, и действительно многие сдались на этом моменте так же, как и я. Также я спрашивал пиар-менеджера, где можно найти этот чемодан, на что я получил ответ, что это какая-то маленькая серая точка, которая прячется в кустах. Естественно, я этот чемодан не стал искать, потому что маленькие серые точки, к сожалению, мне не попадались. А всем я хочу сказать спасибо большое за просмотр. Надеюсь, вы тоже участвовали в прохождении этого квеста. Не забывайте регистрироваться по моему промокоду Левонти на сервере Amazing Roleplay Azure и получать на 5 уровне 100 000 рублей, а на 10 уровне становиться в 2 раза богаче. Всем пока!